Я вернула нам паучка. Видали? Починвик. Починвик. Твой будо стрима. Ну, один бу попал. Один бу был, но... ты его должен был на стриме вроде слышать уже. Вроде бы, мне кажется. Я не очень уверена. Так. Окей, что у меня здесь? Это не важно все. Собственно, погнали. Погнали. Пуша. Можно лишнее вырублю, чтобы мне сейчас не висело ничего потом. Сейчас потом, вы поняли? Определенные моменты во мне вскипает вот это вот желание пойти и все к чертям собачьим поудалять лишнее, ненужное и вот это вот все. Но потом я смотрю на количество всего этого лишнего, ненужного и думаю, что зачем я все это лишнее, ненужное понаудаляла? Не хватает скрытых камер для того, чтобы понимать, когда я сижу, когда я не сижу. Ду-ду-ду-ду-ду. О, привет, Квирин. Я бы могла сказать Мойра, которая тащит сама по себе, но не скажу. Так, вырубить, вырубить, вырубить. Это не надо, все захватилось. Все захватилось, хорошо. Ой! Продолжить. Позырим, что у нас там? Я поняла, единственный минус Ктулха-кружки в том, что ее нельзя вот так обхватить руками, потому что все вот эти выпуклости, у тебя только определенные точки пальцев ладони попадают на теплое. А обычные кружки можно так взять, хыч, присосаться к ней, прям огонь. Нужны датчики, которые сообщают на детали. Ну, блин, я проникалась... Я могу любым персонажем проникнуться. Я могу даже Думфистом проникнуться, потому что я проникалась Рипером, Генджи, Сомброй, Мёрси, Арисой, Бригиттой, Мойрой. Как бы это вообще ничего не значит. Там нет универсального, единственного, там, допустим, саппорта, хила, ДД или танка, который вот... Вот-вот, надо его взять, и он сейчас как затащит. Нету ж такого. Паучок бегает, я вернула до паучка вниз туда. Где он там? Как бы, я думаю, отвлекать он не будет, но при этом... Как бы, он услышал, что вчера все... Вчера это было или когда? Все скучают по нему, поэтому мы с ними решили, что он поселится на постоянку, но внизу там потихонечку будет бегать. Не будет особо мешать интерфейсу игры. Настоящие щупальца на кружке, которые будут сами обнимать тебя. Да? Да, вот поэтому нужны настоящие щупальца, которые... Ты кружку в ладошку взял, а щупальки такие, знаешь, оп. Здравствуйте. И тихонечко тебя обняли. Мне кажется, что мне пора продаваться, потому что какая-то чертевня происходит у меня с инвентарем. Почему у меня голос... Горло... Что-то першит будто. Несмотря на все, что творится, торговые караваны ходят там регулярно. У меня есть новые товары. Может, вам будет интересно... Новые товары — это огонь. Так, безопасная взрывчатка. Это все, что у тебя есть из новых товаров? Ты хочешь сказать, что, дружище, это как бы... Вот это все я тебе продавала, большую часть. Ладно, nevermind. Я думаю, что вот эту часть мы сейчас продавать пока не будем, потому что не ясно, что мне надо и не надо. Не удивлюсь, если японцы такое сделают, если... Да. Я тоже не удивлюсь. Я тоже совершенно... Ой, гляньте, секстант. Я тоже совершенно не удивлюсь, если не уже. Потому что японцы народ очень неистовый в этом плане. Так, ну взрывчатку ставим пока. Маг! Курону от огня, маг.
блин. Хоть иди и все вот это расставляй офлайн, потому что... Потому что... Так, давайте плюс 20 устойчивости огню поставим. Никому не поставим, потому что здесь только... А почему кольцо веры не может носить? Кружки, обнимашки с Абдулом и всякими прочими штуками. Шутками. С шутейками. Барматейками. Я себе выиграла кусок губы. Вот здесь. И это пипец, ребята. Это прям очень не очень. Зачем я это делаю со своими же губами? Никто же меня не заставляет. Но нет. Это же отличная идея. Два хитрости, но мне секира. То-то-то-то-то. Вот так сделаем. Вилана, что у нас с тобой? Надо перестать напевать. Так, ну здесь, по идее, все хрень собачья, потому что то, что без... Вам что-нибудь нужно, командор? Привычка, сам живешь, но это очень хуёвая привычка. Так, вот это все продать, пожалуйста. Фу, три штуки. Я... Вот это вот... Лязг, вот. Грохот, издаваемый металлическими предметами. Лязг, который слышен при бегании персонажа, это скорее всего... Привет, Натаха. Это скорее всего все вот эти вот металлические доспехи, щиты, которые просто носят с собой в заплечном мешке, и оно все делает звяк-звяк-звяк-звяк, когда они бегают. Потому что я даже не понимаю, как это. Магу только устойчивость. Не, ну до свидания. Unacceptable! Это мы оставляем, да, мы тоже продаем. Это нам не надо. Это тоже нам не надо. Одна огненная стрела. Окей, пусть будет. Паучок вернулся, да. Мы с ним обсудили и порешали, что нахай сидит тут внизу. Раз все так его просили обратно. Раз все так сокрушались по его отсутствию. Мы с ним договорились. Скорость, шанс снизить скорость перемещения. Все. Драконья злоба. Hello, we were wondering if we could talk to you about Jesus. Не, новую вебку не видела, не смотрела. Мне вообще было очень странно, потому что я проснулась. The hero is here! Да, Оль, только сегодня я пока не знаю, не могу сказать. От себя не могу сказать. Натаха. Пусть уточнит свои планы, кот. Спасибо. Дерёт она. Я просто, да, я просто спросил. Мне просто спросить, справку не надо дать. А, это... Чё я говорила? А, странно было, я проснулась. Короче, я обычно просыпаюсь и беру в телефон в руки, беру. И просматриваю оповещения, которые пришли за ночь, за кусок дня, там, который я проспала. Так, ну болты мне не нужны. За кусок дня, который я проспала, и я увидела оповещение о стриме. Я пришла в Twitch. Нифига нет. Ну ладно,
пошла в Дискорд. То ли я была с просонок, то ли что, я не поняла, но я не увидела оповещение в Дискорде. И подумала, что мне приснилось просто. Поэтому я со спокойной душой... Нет, нет, приснилось, окей. Ладненько. Вот это вот все я прям... А, ну это не могу продать. Слушайте, а это все продать можно? И 2 золотых за ним выручить? Это интересно. Мой план зависит от твоих. Ну я же тебя спрашивала, ты собираешься сегодня, не собираешься? Я же когда начинала, я же спрашивала. Эй, how you doing? Взаимная блокировка планов. Ну я спрашивала. Ну я опять посмотрю потом. Логейн. А, вот и ты. Ты из этого из списка этих. Вижу, вот... ты вернулся. Чего за паузы были стражей? Сейчас? Командная должность тебе к лицу. Из списка вот тех, которые Иш кидала нам. Что ты тут делаешь? Я пришел, чтобы перед отъездом из Ферелдена выразить свое почтение новому командору серых. Нет. Надеюсь, нашла дела еще идут хорошо. Это хорошо. Перед отъездом ты уезжаешь? Мне приказали отправиться к стражам Монтсимара. Видимо, мне недостаточно доверяют, чтобы оставить Ферелдени. Говорят, я помеха. Быть может, они правы. Нашло вдохновение. Чё? Там все вообще все по-другому. Отправить меня в Орлей. Я думал, после крови порождений тьмы мне не придется глотать всякую дрянь. Я ничего не поняла. Где все по-другому? Где вдохновение по дороге? Я запуталась. Летучая мышка. Да, летучая мышка у нее очень клевое плавание. Вау, луна и летучие мышки офигенные. Прям супер крутые были. Там дракончик еще летал, у нее что-то такое было. Так. Явился, чтобы рассказать мне об этом? Нет, не только. Я явился сюда еще и для того, чтобы принести снаряжение, которое хранилось в тайнике Данирима. Вот почему. Оно принадлежало ферелденскому командору серых, который был до Дункана. Теперь оно твое. Владей им с честью. Признательно, окей, спасибо. А мне пора отправляться в путь. Орлесианские стражи ждут меня с нетерпением. Кинжалы точат и все такое. So, how you приятно doing, было boo? С тобой повидаться. Oh, see, знаю, привет. При тебе стражи сейчас будут на высоте. Сейчас, договорюсь с этим, почитаю чатик. Стражи будут на высоте. Слушай, при учете, что пока я только была рядовым... Слушайте, у меня золотой шлем. Пока я была золотым стражем, стражи были на таком высоте, на такой высоте, что просто... Сейчас тем более... Какой-то странный топор. Сделаем так. Так, сейчас продам. Остатки сладкие. Эй, а я думаю. Вам что-нибудь нужно, командор? Don't do the cane. Hi. Удачно зашел на Логейне в Магадан. Он едет в Орлей, почти Магадан. Владеет им с честью. Потому что драконов ты не убиваешь. Вот убьешь дракона, вот тогда поговорим. А пока дракона не убила... Слушайте, я никому больше не могу это скинуть. Никому, вам ладно, что-нибудь сейчас нужно? Подавайте. Привет, привет. Сколько драконов сегодня убило? Мне нужно драконе злого посмотреть. Натаниэль. Так, во-первых, нате эту одну несчастную золотую звезду. 4 корону. 10, слушай, так это лучше, чем Лукхоу. Лукхоу, не переживай, бать. Мы еще его вот сюда спрячем, все будет в порядке. Ты не ссы, главное. Ты главное... Это забрать на... Ты главное не ссы, как говорится. Никуда я его не продам.
Не переживай. А все вот это дело... Все вот эти вот... вещи... Нет, секстант, дайте... Подождите. Секстант же не здесь был. Он был в основной игре. Не, здесь не надо. Здесь не надо. Превосходная целебная припарка. Отлично, зелье. Неважно. Я запуталась. Неважно. Бум-бум-бум-бум. 46. Потом всем все подарю. Потом всем все подарю. Орлей скорее рублевка, ну не знаю. Драконы хитрые, без лута летают. Ксардас! Привет! Как ты там, Бубалех? Как ты там? Паука вернули, слава богу. Паука вернули, да. Мы все обдумали и вернули. Кол Ктулху. Отличная, отличная штука. Вам что-нибудь... Так, Натаха, ты пас Бродкаст досмотрела? Ктулховый? Или нет? Паука вернули, фонарики повесили, которые по отзывам либо похожи на банки, либо на чайные пакетики свечащиеся. Мне устраивает вариант с чайными пакетиками, потому что, oh well. Так, Геральтика мне вообще не нужна, что я чистая бумага, тоже уберите, пожалуйста. Для купца, желающего расширить свое дело, но... Паука нет, паука еще не назвали. Мы вернули. Называть паука это уже next level. Мне бы не так ходили. Мы так оставим. Времени не было, играйте уже. Ну, потому что как бы играть в него хочется. Ты. Если ты скоро его посмотришь, то я подожду еще. Если не скоро, то я бы тогда продолжила. Сорвал, заварил, хоть и не листовой, но все равно, ну да. Только не сорвал, а так, просто полюбоваться. Прикольная идея сделать светильники под чайные пакетики со... Exactly. Ты такое их развесила, и они у тебя висят. Замечательно играть. Все, окей, тогда играем. Руна эксперта, молния, жила, масло. Вот, всего не было еще. Ребята трудятся, не покладая рук. Будет вам взрывчатка. Так, че? Здесь мне нужно отличное зелье лириума, я пока не знаю, где его взять. После очередных уколов вернулся, только я поняла. А сколько тебе еще должно уколов поставить? Чай светодиодов дожорист. Такое, знаешь, как бы так пошутить на тему... твердых предметов, которые светятся. Сделал для вас нечто особенное, необычные материалы, масло, жило, понятно. Сердце в мертвых, понятно все. А, на черное болото, все, погнали. Принять идеальную позу в кресле или на кровати, то я не туда побежала. Не сюда, мне вот сюда. Как-то двигаться болит поменьше, чем было. Простите, и врачи вообще ни хрена не говорят, ну, что должно пройти-то когда-то? Сколько у тебя уже эта хрень по времени? Сколько уколов, хер его знает. Доктор еще два укола назад говорил. Но если после этого укола станет заебись, можете не приходить. Понятно. Понятно. Вот после следующего точно можете не приходить. Говорят, эти болота когда-то были обитаемы. Но однажды все жители пропали. Берегись, на черных болотах призраки.
Ой, боюсь. Держись. Обучитывай, твари. Что ты воешь? Храните меня, смерть. А чё мы стоим? Это было быстро, ребята. Это было быстро. Так, можно нам бухнуть? Да-да-да. Да чё на меня ты прыгаешь? Да чё на меня ты опять? Hello, we were wondering if we could talk to you about Jesus. Иш, привет. 4 недели ровно. Отвлечение, что кардиолог назначил, судороги хватает в разных местах. Сегодня скрутила пресс. Быка хватает, любит. Пошел давление проверить. Пошел. Угу. Вот это всегда очень. Ой. Огорчает в. Когда я был маленьким, отец мне рассказывал про черные болота. Он говорил, что там всех погубила злая ведьма. И это было как раз перед восстанием. Ой, там, знаете, словом, кто? Выглядело все загадочно. Что за ведьма могла такое сделать? Никто так и не узнал, что там случилось. Как только появились чудовища, болото забросили. Я все мечтал, как приду на черные болота и наведу там порядок. Наивный мальчик. I'm back, bitches! Так ты сейчас этим и занимаешься? В общем-то, да. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я в итоге попаду сюда, играть в френдбол, я бы над ним посмеялся. И почти за один заход прошла всю игру. Но времена меняются. Почти. Пока я был в Киркуоле, почти прошла за один заход, вот. Думал, что вернусь в Феррелден и стану командовать ребенок отцовским заболел, гарнизоном. Забросил. А теперь вон, я серый страх. Вон, кстати, тоже заходил к врачу с воюю давлением. Воюю с порождениями тьмы и демонами. Тут там аккуратно. Что-то ли еще будет? Что? Будет еще веселее? Конечно. Это радует. У нас тут столько веселья. Архидемоны. Нас ждут проклятые болота. Шмархидемоны. Чего хочешь вообще на твой вкус? На любой вкус. Сижу в основном сериалы смотрю. Единственное, что делать норм. Подсматривала в гайды. Но не особо. Ну давай! Что это было? Да. Я этим займусь. Как скажешь. Я тебя... Почему магов так много? А где музыка? Пора побриться! Блэд, как говорится. Будете бесконечно бежать, как те волки на болотах, на этом не было болотах, а в лесу. Я вижу, когда вот это вот начинается. Тут подтянулись, там подтянулись. Вы либо все сразу прибегаете, либо ждете очереди, когда я к вам сама приду. Ребята, не надо вот этого говна мне. Здорово, когда в чате вообще, в принципе, кто-то есть. А там уж коллективным разумом можно прийти к какому-то результату. Та-та-та-та-та.
спать. Ублюдки. Да, отмерз, естественно. Прекрати. Чем займусь? Вот они жуткие, блин. Сегодня поражалась квест в Ассасине, а что там было? Не то, сделай тише. Все? Конечно. Все хорошо. Еще хорошо. У меня рейдж не от разбегания, а от набегания, наоборот. Как бы разбегаться, пускай хрен с ними. Хай разбегаются. А вот когда... Сады любви. Следы, господи. Пройти по следу Корина и найти сюрприз для Бонни. Вы нашли останки человека по имени Корин. Когда его бросила любимая по имени Бонни, он выпил яд. В руке скрыта записка, из которой ясно, что Бонни пришлись не по душе Кориновой загадки. Первое. Несушка, ты моя, няня, выводка моего. Ты питаешь мое тело, ублажаешь моего петушка. А? Корин, по-твоему, наши отношения — это игра? Я для тебя игрушка? Что я должна думать на поутру такую любовную записку? Ступай по следу любви, дорогая, несушка, ты моя, няня, выводка моего. Ты питаешь мое тело, ублажаешь моего петушка. Правда, Корин? Я ублажаю твоего петушка? Это самое отвратительное, что я в жизни слыхала. Еще пишешь, что ждешь меня с нетерпением. Я, значит, должна бежать за тобой? Да ты мне отвратителен. Ненавижу тебя, бородавка ты вшивая. Неделю назад ты говорил, что у нас будет все по-другому. Ну что ж, ты был прав, я ухожу. С искренней ненавистью, Бонни. Не надо такие письма писать любимым девушкам, ребята. Надо. Это отличный пример того, как делать не стоит. Загадка. Тут что-то я хочу посмотреть много развилок всяких. Мертв? Может, это работа Кристофа? Думаю, это и есть ответ. Здесь точно водятся порождения тьмы. Смотришь на труп порождения тьмы, такой, не, это точно порождение. Клятые зверюги. Не делай. Какие же они, мать его, неприятные. Какие они же, зараза, жирные все. Имею я вам сказать. Просто жопа. Ни минуты скуки. Очень сильно раздражает, очень прям сильно, не люблю. То есть ты уже как-то наметился на то, что ты уже половину заклинаний ты потратил, половину всего ты потратил, ты их застанил, и тут приезжают два молодца одинаковых с лица, из ларца какого-то, и такие, драйте! А чё у вас тут? А? Вот откуда пришли, туда и...
обратно. Находим чела в клетке. Его родители стонут рядом. Парень говорит, что Оракул сказал, что он погубит родителей и просит найти меч щит. Садистик! Савич! Помощь нужны цветочки, чтобы копье не опускалось. Кузнец любит натирать маслом мускулы. Натер нам мускулы, отдал меч. В пещере мы у воровки нашли щит. И тут выясняется, что он приемный родитель. Кузнец-воровка. Люль! Ты пей давай, дуралье. Вот. Стой там! Стой, мать твою, там! Куда ты побежал? За друзьями? Знаю я вас таких дружливых. Просто откуда ты только что пришел, ублюдок сраный? Откуда? Что? Таки здравствуйте, привет, киберхиппи. Здравствуй. Вообще нормальный спартанец для флирта, не женоподобный, а такой реальный мужик. Квирин Гейзон. Ой, Квирин. Любит поговорить. Да. Сука, естественно. Кто бы сомневался. Откуда-откуда, с работы я пришел, понятно. Я этих... Прости, пожалуйста, киберхиппи, это было не тебе. Прости, я не тебя спрашивала, откуда ты приперся, и улепетывай ты в те места, откуда ты приперся только что. Привет, Келости, привет. Как ты там доиграл? Как все у тебя прошло, закончилось? Ой. The fuck покажут в камеру, то Катоми жопу. Вот откуда пришел сволочь. Я могу еще Катоми жопу показать, хочешь? Но Катоми жопу я показывала не прицельно тебе. Black Dragon, видишь? Я вот киберхиппи Факули показываю, говорю ему уходить туда, откуда пришел, а он не обижается, я надеюсь. Ой, смешно, смешно. Но у нас хилера нет теперь. Фонарики! Фонарики! Да. Фонарюшечки. Нехер! Они отхиливаются еще. У меня просто слов нет. Ни слов, ни хера у меня больше нет. Потому что твою мать. Твою мать. Не минуты, сколько. Можно, пожалуйста? Я вас умоляю. 2-3 часа игры. Это вот с того момента, где я ушла. Или чуть-чуть. Да, все правильно спросила. Нет, не защитная стрельба, в жопу. Сделай вот так, спасибо. Что началось? А ну прекрати.
Надо было сразу драпать, истинно так. Нет времени на эпичные добивания, ладненько. Нет времени. Спасибо. Готови жопу, вообще Twitch пропускает, он пропускает. До сих пор ты не забанен, значит пропускает. А где? Я вижу одну кота, все. Нет, это не Готови жопа, это... Да, это Готови жопа, все нормально. Все нормально, почти, не поняла. Надо будет сесть нормально посмотреть этот вот, потому что весь Детройт я смотрела только до момента с мотивом тарелок. Все остальное ты сидишь такой, что? Что? А? Да, в самом деле? Ладно, окей. Так, я сохранилась, но у меня... Раз... Два... Действительно, в пункте 3.2 правил Твича написано, Готови жопа запрещены. В самом деле, а ты можешь скрин в Дискорд кинуть? Запрещенных Готови жоп. То я протестую. Если честно. Против такого. Так, окей. Загон для курочек, судя по всему. Под деревьями он заблудился, поднял голову и поразился. Ее горящая... Жопа. Любовь домой дорогу указала. Ее горящая любовь домой дорогу указала. What the fuck? О, жилы! Это же мне надо для квеста. Это же... Ой, сейчас как начнут нападать здесь, а? Правило, может скинуть не жопу, которая запретила. Ну так, да? Не, можно и жопу, которая запретила, конечно. Стерев пыль можно прочесть. Эта деревня заброшена, да спасет создатель несчастные души. Есть. А что ты говоришь? Не может цього бути. Впереди кто-то есть. Сейчас смотри, сколько их еще набежит вперед. Смотри, вон раз, два, миллион. Куда ты побежал? Устойчивость, бич! Стоять на месте! Устойчивость у него! Но если коты не против, то разрешено. Не против воли. Конечно, не против воли. Они ж сами приходят и жопу показывают. В смысле, я ж не... Эти руки ничего противозаконного не делали никогда в своей жизни. Давай меня. Вынуждаешь. Всего лишь вервольфа. Ты же дракон. Я драконов убивала, но дракон не так неожиданно. Как бы я была в курсе, что дракон спустится. Я его вызывала. Это чё? Вот это чё? Они убиваются миллион лет просто. С меня никого спроса. Истина так, истина так. И мы будем милосердны. Пошёл нахер. Говна кусок. DLC после основной игры, и в них всегда так. Инквизиция мобов... О, господи. Никаких боссов, никаких DLC, никаких ничего вообще. Будьте добры. Yeah.
Да твою мать, какого хера вас меньше становится-то или нет? Что за гидра? Отрубаешь голову, вторая вырастает. Она вырастает. Фак. Купила страдай. Дети, чувствую, как это собачка, реально. Ты просто сидишь... Exactly. Огран, твою на... Пожалуйста. Блять, просто пиздец, просто... Мало того, что они сложно убиваются, они еще постоянно прибегают. Хер пойми, откуда они прибегают? Вы можете на меня пак... Все, я не горю. Я спокойна. Все нормально. С другой стороны, тут. Меньше микроконтроля, зато когда он нужен, без него вообще никак. Это очень жаль, умею сказать вам. Похоже, драконьи кости разбросал какой-то зверь. Или кто похуже. Или скажешь. Дракон умер наверху. Так. Задание. Видимо, какой-то дракон когда-то умер на черных болотах. Возможно, рядом еще есть кости. Я не горю. На 4 костей не хватает. Вы хотите, чтобы я собрала дракона себе? Что это? Похоже на... Нет, так ничего не нечто выйдет. Призрачное. Почти как тень. Собери себе череп дракона. Знаете, как лего. Да-да-да. Просто ты начинаешь... Проблема вот этого всего набегания мобов в том, что их прибегает 3 штуки. Ты начинаешь их контролировать. Ты их дизейблишь, вот это вот все. А не успеваешь ты убить одного, к тебе прибегает еще 2, которых ты уже не успеваешь никак задизейблить, потому что заклинания не откатились. Можно всех сразу закинуть. Их и так сложно убивать. Достаточно. Археология! Вот как unacceptable, так и археология на тот же манер. Сундук. А я не хочу моровых этих самых бла-бла-бла, я хочу просто сундук. Можно? Вот этот. Да что у меня заклинание, пипец? Это все рез. Это все, вот это херь. Слабость. Не. Это паралич. Окей, на одного. Вот это дизейблит всех, быстро сходит. Это срабатывает не всегда. Это на одного. Это срабатывает не на всех. Это не срабатывает, это срабатывает херово. Вот только что мы видели, что мозгов тут нет. Вообще ни грамма. Сделано. Предал нескольких молодых женщин в обмен на сокровища, предложенные баронессой Черных Болот. С недаемым чувством вины он вскоре покончил с собой. В предсмертной записке он оставил карту, на которой указал, где находится тайник. Один купец предал нескольких молодых женщин в обмен на сокровища, предложенные баронессой. Что? Что?
Они пришли ко мне за помощью, эти три девушки из черных болот. Они были юны, прекрасны, полны сил. У них было все, чего так жаждет она. Они принесли мне золото, камни, фамильные драгоценности. Представляю, как матери и отцы собирали их, как дяди... Дядя. Ладно. И братья совали их девушкам в руки, волнуясь, хватит ли этого, чтобы выкупить их жизнь у баронессы. Я согласился тайно увести их с черных болот. Она узнала об этом. Прошлой ночью она явилась. Глаза ее были как мертвые тусклые камни. Волосы были спутаны и подернуты сединой. Я понял, зачем ей так нужны были женщины. Я укрыла их у себя в повозке. Младшая, прежде чем заползти за тюки сена, обняла меня. «Храни тебя, Создатель», — сказала она мне. Я отвез их к перекрестку, где ждал человек баронессы, и он забрал повозку. Семьи их так об этом и не узнали. Ведьма, верная своему слову, принесла мне сундук золота. Теперь она вертелась, как девчонка, а глаза молодо сияли. «Ты заработал все до гроша, купец?» Золото не принесло мне утешения. С каждого золотого на меня глядели они. В звоне монет звенели их голоса. Я не смог этого вынести и утопил монеты в самом глубоком уголке болота. Но и после этого я не нашел покоя. И не найду, пока не предам. Не предстану. Предстану перед Создателем. Карстен Уайлд. В записке приложена карта с путем к кладу. Такой. Та-та-та. Тут был готовый смайл. Да, тут готовый смайл. Так нищий вообще. ГГ и анимированные смайлики. Не успеешь... Я успею их застанить всех, понимаешь? Их просто методично контролировать. Положим мозги. Вот давайте положим на мозги, потому что иначе беда. Скиллы, которые работают херо... В смысле, зачем я взяла скиллы, которые работают хреном? Так. Для того, чтобы взять скиллы, которые работают нормально, тебе нужно пройти через череду скиллов, которые работают хреново. Окей. Куда котик идет? Фу, нормально все. Все как и задумано. Очень лень Супермен. Мучая совесть закопает. Ну видишь, он пытался хоть как-то. Вот и твари спешат, чтоб мы с ними поиграли. Да чё тебе, блядь, надо от меня? Отвернись. Пора устроить заварушку. Я зря сейчас сюда зашла. Так, вы сражаетесь вот здесь. Причем, опять же, это микроконтролить, это пипец. Это затягиваются бои просто адски с этим микроконтролем их. Ну, естественно, они оглушены. Само собой. Давайте сейчас... Пиздец. Да бейте, блин, мать вашу! Дебила в куски! Стихийная магия не лучше, потому что куда я сейчас стихийной магией ширяться буду? Куда? Что я с ней буду делать? Своих разносить? Вот это идея. Вот это идея! Плохая! Плохая! И Огрен туда. В жопу. И Огрена в жопу. Не сюда. Вот сюда. Готов раздавать чумаки! Блять. Разбито. Пороблено. Разбито. Пороблено. Вообще огонь.
Ненавижу вот это вот. Терпеть не могу просто, чтобы вы знали. Еще одно изложение, конец. Спать. Ну, не работает. Не работает сон. Оставь надежду. Подъем. Что ж. Дуралье. Ненавижу затягиваемые искусственно бои. Терпеть не могу просто. Вынесите вот этого парня, потому что он явно должен быть попроще. Нихера он не попроще. Умею вам сказать, он нихера не попроще. Нихера не попроще. На выносливости нам, естественно, ни на что не хватает. Конечно, кто бы сомневался. Кто бы сомневался, правда? Видит камень. Видит камень. Камень много чего видит. Еще! Камень видел некоторое дерьмо. Угу. The struggle is real. Пипец, блин. Не пора чай идти делать, потому что я сгорела. Ненавижу такое. А Кёрслит не показался. Как скажешь. Кодекс Хроники Черных Болот. Будет сделано. Лошадка, окей. Еще, давайте еще этих самых. А, как их зовут? Так, это я открыть не могу. Здесь сказать что-то. Да. Балда. А, еще моровых этих троглодитов. А то что-то маловато как-то будет. Совсем. Сюда я зайти не могу. Тихо, тихо, тихо. На каркаше. Я тебя умоляю, получи крапью. А загадку я тыкала, кстати. Не помню. Тыкала, не тыкала. Да. Заблудился, поднял голову. Что там было? Хорошо. По вещалке. Под деревьями он заблудился, поднял голову и поразился. Ее горящая любовь домой дорогу указала. Но это типа звезды, не звезды, горящая любовь, что? Будет сделано. Я уже вижу, я сейчас притушилась. Загадка. Дыра, нет, которая ведет в тень. Природу завесы так и не изучили до конца. Тевентерсы когда-то предположили, что завеса становится тонкой в местах, где совершалось страшное кровопролитие. Церковь очень любит напоминать нам, что магистры империи только раз проникли в тень во плоти, и это была катастрофа, которая зачернила золотой город. История гласит, что этот ритуар... Ритуал потребовал огромного количества лириума и крови сотни рабов. Но что соединило миры? Такое множество смертей или просто кровь с лириумом? Или и то, и другое? Демоны хватаются за любую возможность, используя любую прореху в завесе, чтобы проникнуть в наш мир. Если завеса провалась, ее крайне трудно починить. Некоторые говорят, что это невозможно. Я бы ее не трогал. А я уже потрогала. Вы нашли дыру в завесе, через которую видно кое-что в тени. С учетом физической природы этого странного феномена, вы... Феномена.
феномена. Вы ничего не можете сделать, находясь в реальном мире. Какая жалость, правда? Нет. Простите. Простите. Spread out! Spread out! Огонь! Фурилсис. Да. Мертвыми холодными глазами дракон награду свою созерцает. А, это кто? Вот это дела! Оно не работает. Оно, мать твою... Не работает! Ну, естественно, Огрен Рип. Естественно, Огрен Рип. Давайте сейчас будем тратить на него еще и... Конечно. Ну, кто бы сомневался. Я вот не сомневалась ни разу сейчас. Твое желание для меня за... И вот так! Ангел идет на помощь! Остановись, пожалуйста, на месте. Господи, да что ты говоришь? С двумя еле-еле. С двумя еле-еле. Тут еще народ бегает. О, медальон Кристофа. Очевидно, это был лагерь. Но здесь никого не было уже много дней. Вы обнаружили временное убежище Кристофа. Должно быть, он и сам неподалеку сильно. Да, они, блин, неприятные вообще. Они нападают. Мало того, что они теперь еще нападают из инвиза. Они жесткие. Они набрасываются на одного танка, на второго танка. И просто выносят их в ноль. И чё? Здрасте, спасибо большое. Болотный волк. Я прям счастлива. Настолько, что сейчас описываюсь прям. От радости. Разрыв. Вырванная страница. Сундук. Впереди что-то есть. Да ты что говоришь? Сделаю. Как захочешь. Ты за это заплатишь! О, сейчас полетимся! Давайте все вы просто прибежите, мы с вами разом поговорим, и вы отстанете от меня. А почему бы вот из инвиза не прыгнуть на гнома и сейчас не завалить его в ноль? В самом деле, да? Встань, ублюдок. Т.
Хил не отхиливает. Вот это что сейчас было? То есть ты групповое исцеление, у тебя блинк, и все. Что-то у меня игра начала бесить адово. Прям знатно бесить. Настолько шош, прям. Ху! Слушайте, ну это хардкор. Я только что завалила одного, выскочил второй из ниоткуда. Просто из ниоткуда. Это вообще законно? Чем мне его станет? Он мне сейчас вытащит меня? Он мне сейчас ГГ сожрет? И что? Кто, как у меня вот эти два бумажных выстоят против четверых? Стоит и мудохает ее методично, вообще не вставая, пока у нее не закончится какое-либо ХП. Ну, вообще нормальное? Как скажешь. Беги вон туда, давай. Слишком медленно. Это пипец. О май гад, это просто вайн. У меня тут все хилки кончатся. Страница. Тайна баронессы. Возле каменного круга завеса тонка. Может быть, это следствие моего ритуала, но мне кажется, что она всегда была здесь тоньше обычного. Я чувствую следы древней магии. Возможно, они меня и влекли. Думаю, девочки тоже их ощущают. Когда мы приблизились к кругу, они почувствовали, что что-то не так со мной. Они испугались меня. Что-то в этом месте меняет и забирает их себе. Вполне логично, что когда я вдохну в себя силы с помощью их крови, их души попадут в плен тени. Может быть, они превратятся в тех самых демонов, привидений, духов, что преследуют меня во сне. Я... неважно. Они ничто, какие-то крестьянки, а я баронесса Орлия. Я баронесса Орлия. Так. Кости. Давайте. Камон, предметы получены. Сколько мне там костей надо было с собой собрать? То есть вот здесь конкретно мадам делала свои ритуалы. Странные. Нет, так ничего не выйдет. Непонятные. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Еще одна завеса. Ой, пошлите на порождение вот этих вот, чтоб я сейчас не ходила, не... Давай, в перде! Это было? Ну, норм так, чё. Будет сделано. Стоять. Теперь. Замешан далеко одолеть! Во-первых, раз, во-вторых. С этим. Да-да-да.
Кто-то спит? Никто не спит. Не надо кидаться на меня. Пора умирать. Давай, не мешай. Вот оно. Эти друг с другом сражаются, замечательно. Что молодцы. Поможем вот этому. Ну почти, почти вышло. Вот когда они скопом нападают, все нормально. Никаких проблем. К счастью. Никаких проблем. А когда вот это начинается, прыгну здесь, прыгну там. Все. Че? Начинается тра-та-та. Осколок духа, это остальное туда вниз. Здесь я была. Разрыв завеси, загадка. Как скажешь. Так, а ты к тебе обходником совсем идти, судя по всему. Ну, камон. Чё там? Ой. Пиздец. А ну. Стоять. Прекратите, пожалуйста, трогать. Очень хорошо. Хоть иди сложность понижай. Потому что что-то... Ой. Совсем. Я сомневаюсь, что это от прокачки. Очень сильно сомневаюсь. Посмотрите, здесь демоны желания что-то тусят. Я этим займусь. Что-то делают. А вот тайник Карстена. Сапфир, рубин, алмаз и один золотой. Ну, это он неплохо придумал. Заработанные вероломным купцом. Это вот те самые, которые девочки приносили ему за укрытие от баронессы, судя по всему. Хватит напрыгивать! Что началось? Пошла в жопу. Чё ты прёшься сюда? Прётся она. А им похеру. А им похеру. Вообще срать.
А, я себя заморозила. На меня напрыгнули, естественно. Ты можешь как-нибудь шибануть на отличника? Не можешь, понятно. Рип! Дождались, чтобы вашего хилера, недохилера, убили. Сейчас вас хилять не будет, будете сами жить как-то. Их больше становится, я их просто не добиваю. Я их просто не добиваю. Давайте, и мы будем милосердны. Слишком медленно. Ой! Таких порождений... Снилась ночь. Нехорошо. Как да тут скажешь. Всем нехорошо, Андерс. Хорошо. Не переживай. Тут все себя не очень чувствуют после того, как их личинки пожевали. Тут всем прям надо вот аптеками обмазаться. Холи мазер! Макароли. Да-да-да, та-да-да-да-да. Я как-то на стриме уже заметила, что музыка прям клевая. А-а-а, Кристоф! Она сказала, что Pathfinder, в Pathfinder музыку писал тот же композитор. Живописное местечко, верно? Если не считать того, что это руины. А в руинах водятся призраки. Значит, ой, отстань с призраками, малая. То есть, окей, они, значит, повысили здесь сложность, да, с мобами. И такие, о, поставим вот здесь сундук и положим туда малую лечебную аптечку, припарку. Молодцы, молодцы. Умнички. Ничего не скажешь. Если бы не кровавое пятно, можно было бы подумать, что он просто неудачно уснул. Мне нужен чай для этого дерьма. Да, это твой серый страж. Питомца привел. Матушка сказала, мол, если заманить его сюда и убить, скоро и ты здесь окажешься. И матушка была права. Матушка! Матушка! Матушка всегда права. Матушка. Кто такая матушка? Матушка это та, что прислала матушка, меня. Блин, серьезно. Та, что хотела тебя заманить. Не очевидно, нормально. Сюда, ну как умею. То есть заманить. Вы говорить-то научились, знаешь. Не факт, тут что перед тобой есть. Первый. Череп можно тоже заглянуть. И я передаю тебе послание. Это имя у тебя такое? У вас имена по... Матушка не позволяет тебе пособничать его. Я не могу серьезно воспринимать. Это матушка. Против воли. Вот она и шлет тебе подарок. А? Ну я не все обсмотрела. Вы зачем меня в тень затягиваете? Ты видела эту матушку, да? Это огромная такая личинка размером с дом. Верхняя часть личинки — это девушка, у которой там грудь, которая переходит в эти складки жира личинковые. И очень много лап. Такая она, черные волосы у нее длинные, черные глаза. Я так и представляю, в передничке таком пирожки печет вкусные. Матушка. Мы тоже угодили. Матушка подарочек прислала мне. Я так понимаю, в своем классе ты не был первым учеником. Матушка обманула меня. Ой! Меня предал. Ой, как так? Я тоже никогда не доверял своей мамаше. А теперь я вместе с вами заперт в тени. Ах, я дурак. Нужно так обмазать. Тогда помоги выбраться, будем мстить вместе. Серый страж хочет помощи. От первого... Не смеши меня. А да чё ты на... Я брошу тебя детям. Я буду искать свой собственный путь обратно в мир. Обратно к матушке. К матушке! Такой дурак, слушайте.
Дитя-личинка, вожак! Вот так. Вот, кстати, угроза «я брошу тебя детям», она звучит лично для меня достаточно угрожающе звучит. Один из немногих гномов, которые в тень попадают. Да у нас тут пати из гномов, которые в тень попадают. Ой. Лодка. Ой, матушка моя. Иди по рождению тьмы. You know what, bitches? You know what? You know what? Лежать. Кидай, что уже сделал. Одну сожрала, другую сожрала. Слушайте, а если я сделаю вам вот так? Не, ну готов надо. Раздавать тумаки. Опа. Чуть-чуть. Я собираюсь. Огрен Рип, ну это понятно все было изначально. Мать её не пугает, а вот дети. Ой, пусики. Он такой шлёвный. Боже, котята такие милые все. Просто вот это вот огромное... Огромные эти глаза, уши торчком. Он еще очень смешно нападать должен. Прям мило, очаровательно. Я прям даже не знаю. Давай ты отойдёшь вот сюда, Огрен Рип, а ты сделаешь вот так. Шо, мать? Давай ему слушай. Промазана. Считай, что уже сделали. Все, при нем. Не, не надо, просто иди. Видит камень, я справлюсь. Да камень-то видит, господи, камень вчера всего пожидал. Хорошо. Так, Генлок. Пойди-ка сюда. Все руки исцарапаны, искусаны. Кто такая матушка? Еще одно порождение тьмы? Кто такая матушка в самом деле? Еще одно говорящее порождение тьмы. А в придачу еще какая-то матушка. Матушка. Ты там сильно его к рукам не приучай, то потом надо будет отучать играть руками. Погоди, что там сказал этот злобный ублюдок? Тень? Мы в тени? Это там, где люди видят сны, верно? Угу. Гномам здесь не место. Мы не видим снов. Мы спим, как камень. Вот это хорошо. Вот это вот кому мозг не подбрасывает ерунду всякую. Мы отсюда выберемся. Кое-кто намотает свои кишки себе на шею, когда я с ним разберусь. О, Огрен не одобряет. Чё сразу так? А чё я должна ему было сказать? Нет, Огрен, это не тень, это так. Просто... Курочки! Куря! Не, куря не хочет ничего со мной, все равно никак взаимодействовать. Ну и ладно, подумаешь. А мне очень болит губа. Надо наносить дамаг. Вот с призраками я понимаю. Вот этот... А, ну там еще бежит. Стоять, господи. Дуралье. Пусть они по одному прибегают. Я тебе покажу, почему мама так... Еще? Игра опять забывает проверить расу ГГ.
Так думаешь, игра бы себе сказала: ой, вы гном? Сорян, гномов в тень нельзя. Этот кусок контента мы вырезаем. Чё надо? Конечно. Держи. Да. Мы будем милосердны. Level up. Малый призрак, большой призрак, лежайся. Почему? Пора умирать. Сейчас ты. Про диалоги Оукена. А. Да и скорее всего здесь стандартно как-то прописано и. Какая нематериальная целебная припарка. Кембич. Кембич. Как скажешь. Очень тихо. Тихо. Лежать. Молись. Холодно. Морозненько. Что там было? Ты, конечно, красивые сил нет, слов нет, ни сил, ни слов. Влияние на реальный мир. Ваши действия в тени оказали влияние на реальный мир. Это как так? Странное порождение пленило вас, отправило в тень, что и само оказалось там, но и само. Необходимо выбраться. Пропавший меч. Следы прорехи в завесе. Вы запечатали один разрыв в завесе, но неподалеку есть и другие. Я поняла. Надо запечатать. Контент, если что, отличается иногда. Многие попадания в тень для мага ведут к доп. Диалогам и решениям. Сенсы выносливости мне пока не надо. Ну, все. Постоянное... Все, окей, все, погнали. Ты дома! Привет, Плюмбу! Добро пожаловать домой. Так, ну это было чисто так. Чтоб было. Ну, вот эссенции прям надо подбирать. Тут я что-то сейчас пока не очень понимаю, в которую мне сторону, потому что как-то овер до хрена развилок. И когда овер до хрена развилок, я прям что-то как-то не одобряю. Да пошли, фигля. Твое желание для меня закон. Недовольство. Задание обновлено. Второй разрыв. Недалеко есть еще один. Да их тут на самом деле тогда не дофига. То есть мы попали в то же самое. Все, короче, я поняла. Я поняла, где мы, в каких местах мы. Жила ририума. Рунический камень. Вы хотите, чтобы я в каком-то порядке их нажала? Видимо, да? Но я. Если это где-то было там, я это благополучно упустила. Эссенция силы воли. Отражает решимость, психическую устойчивость. Магия. Могут совершать больше заклинаний благодаря большему запасу. Больше выносливости. Пройти метро не убивая никого. Ты прошел метро, никого не убивая. Как так? Там так можно? Стелс, что ли? Да. Мне, все мне. Так, ребята, я заблудилась. Я заблудилась. Ачивка есть. Ачивка.
Надо просто по подсвеченным этим бежать. Давай, не мешкать! Огрен, а иди вот сюда, да. Дай вообще подруге. С кем прикажешь драться? Вот это сейчас, да? Вот это, да? Так, друже. Есть мнение, что надо сделать вот так. Делаем. Остановись, пожалуйста. Хорошо. Устойчивость так устойчивость. Да. Я так понимаю, что нематериальные все эти припарки, мне их нужно использовать здесь, потому что иначе паучку отдам. У меня в реальном мире появились здесь сундуки. Вы залатали все прорехи в завесе. Да? Сенсия магии, нам надо вот этим парнем. Этого я не могу сделать. Не может этим воспользоваться? Почему? Как скажешь. Прибавка к магии, но зачем? Вот. Не спрашивай. Не спрашивай. Друже! Слышь? Огненный болт. Давай, и мы будем ливать. Агрессивно, что так, что еще? Все? Быстро надо. Чоп-чоп. Нет времени тут задерживаться. Сделаю. Может, кто-то другой сумеет тебе помочь. Не могу. Короче, всеми этими вещами я могу пользоваться только я. Отлично. Что же? Что же, что же? Сейчас вернемся чуть назад. Потому что там были еще какие-то пипяки, которые можно потыгать, потрогать, поубивать. Вот здесь вот. Вроде бы. Я не уверена до конца, но да. Ну, камон, давай. Она совершенно не помогает. Все эти хилы, они совершенно не помогают. Все эти хилки. Никак они не помогают. Сейчас полетели! Спасайся! Так, Огрен тоже надо сюда типа вытащить. О, вот это хиляет норм так. Мне не так далеко одолеть! Пустая трата времени. Ты меня вынуждаешь. Может, покончим уже с этим? Не убивать противников людей. Ну, это только обходить где-то что-то. Как-то стелсить всячески. Я не могу сотворить заклинание. В принципе, звучит не прям так, чтобы сложно. Так и здесь нету нифига. Окей, значит, мне вот сюда надо. А, я так, таким образом зайду, скорее всего, в этот, в деревню эту. Потому что она была закрыта в реальном мире. А через тень, скорее всего, можно будет. Потому что вот этот проход.
What the fuck are you? Лодка полетела. Дайте выйти. Господи. Ой, а я думала, он двигается еще. Нет, госпожа, я не забыла. Я просто... Но я никогда бы не стала перечить вашей милости. Нет, я не... Нет, пожалуйста, госпожа, будьте милосердны. Нет, нет, нет. Это что? Это пугало, господи. Это пугало? Вы уверены, что это пугало? О мой фоп. Гуляем по волшебной стране грез, а я... Чудесно тут вообще, смотри, как клёво. Орлы сыт этими сентиментальными фантазиями. Мы справимся! Так, не трогать. Вас что, опять набежал? Да хватит, господи, надо отключить эти оповещения в винду про стримы чужие. Сколько еще вас придет? Вы зовите сразу всех друзей. Ты там точно уверен, что ты один? Может, там еще были ребят? О, я ж говорю! Я ж говорю, что ты не один. Это для всех зовите. Приглашайте всех. Зачем? Зачем себе в чем-то отказывать? Не вижу смысла. Не вижу смысла хоть в чем-то себе отказывать. Потому что... Это что за вонь? Пора умирать. Автоатака. For the win. Метро проходил стелсом. На максимальной сложности особо нет чего. Ну, не знаю. Это, конечно, жестко. Будет сделано. Мне всегда казалось, что высокая сложность, она очень такая прям для... тех, кто любит запотеть немножко. Ну, может и нет. Может, это не так. И каяться, господи. Да что ты? Ты не дух, как все остальные? Как ты попала сюда? Гирлянды тоже развесили. Посмотрите, вон там на камне. У меня так или иначе не было выбора. Тебя заставили прийти сюда? Yep. Это очень странно. Теперь кушать хочется. Здесь похоронен прах моего отца. Я часто прихожу навестить его. Он был последним, кто еще жил в Блэкмарше. Когда он умер, в деревне не осталось никого, кто помнил бы. Ты ведь знаешь, что это тень, верно? Тень? Ну да, конечно, знаю. Это не... О нет, они опять вернулись! Скорее, прячься в склеп! Прячься, говорит, в склеп. Давай обновление. Вы столкнулись с молодой женщиной, пришедшей на могилу дедушки. Во время разговора на вас напали, женщина убежала в склеп. Возможно, она в опасности. Вот музыка вылагивает еще, конечно. А я могу убить? Гроб. В гроб можно зайти? Казалось бы, зачем? Это моя любимая часть. Давай. В бою этого сделать, говорят, нельзя. Oh well. Я пойду за чаем, потому что я начала подгорать, я почувствовала, как у меня под это начинало нагреваться начало. Вот от этой вереницы товарищей из-за угла, сколько вас там еще бежит? Заражают станции, потом сжигают в терапевтических целях. Стало довольно фигово все в метро. Так, ладно, сейчас...
Надо будет, скорее всего, перезагрузиться, потому что я начала хреново. Достаточно хреново начала. Так, ты стреляй. Жду приказа. Значит, очень хорошо. Пусечные ребята. Ну, как бы для меня это не пусечные ребята, они меня раздражают. Я, конечно, все понимаю. Может, для тебя не пусечные? Для меня они не пусечные. Да вот это убийство. Слушайте, друзья. Быстрее не пусть. Стоять на месте. Я не так далеко одолею! Пошел в жопу. Как скажешь. Сдавайся, и мы будем милосердны. Даже угры, в принципе, всегда съедали быстро. Ну, твою мать. Ну, японский бог. Японский бог. Ненавижу меня контроль. Ненавижу все душищи своей. Берусь за дело. Заклинание как раз то, что надо. А смысл ему щит давать, если у него нет никаких... ничего вообще на щит. У него вкачано двуручное оружие. Перекачивать я его не хочу. Будет так, и будет умирать, фигли. Что ему сказать еще? Сделаю. Не умеет стоять жить, будет умирать. Зачем мне открывать эту хрень? Странно. Да. Прохожу стелсом, потом хорошенько отрываюсь. Редко хватает на любой стелс. Понятно, просто не любите стелс. Так, я вообще собиралась сделать вот так. Два часа почти. Так. Смотри, как умею. Мы сейчас добегаем до вот этой дамы, и я делаю перерыв, потому что мне хочется кушать, и я начала пригорать. От игр я пригорать не люблю. Не люблю. Поэтому тыкайте Наташу на предмет. Продолжение. Так, а знаете, что можно так сделать? Огрен. Вот он, вот сюда. Терпеть, ненавижу микроконтроль. Ненавижу. Блять, откуда пришел долбодятел? Конечно. Разбито. Как сказать? Разбито. Я тебя достану. Разбито. Начну. Камон. Дайте мне до них добраться. Сюда. Разбито, устойчиво. Сейчас я тебе сделаю устойчиво. Пошел вон. Пошел вон. Говно. Так-то. Сыпь. После перерыва на охлажденную еду, да. После перерыва... Ну вот на так надо потыкать. Что она думала, что я поздно закончу, но... Я могу уже потом продолжить на Драгонагу после того, как она закончит.
И звуки у вас неприятные. Как ты это делаешь, я не понимаю. Они с вот этим дополнением сделали очень херовую вещь. Очень херовую вещь они сделали. Что вот это говно. Для меня лично. Я такого не люблю, когда у тебя все встают по очереди, выбегают по очереди, стоят в разных контактах. Короче, нахер. Просто нахер. Просто брутфорс через это все дерьмище. Чего ты встал? Стоит он. Че, шибанул заклинанием и все, доволен? Бит боком. Мне не так-то легко одолеть! Килограммы игр с микро, макро и просто контролем. Молитесь! Ну, что поделать. Значит, не буду выбирать. Приступим. Что поделать. Так, это... загробные... в Пилларсах? На минуточку, как бы я сужу по первым, там не было такого микроконтроля. Как скажешь. По крайней мере, в первых. Он был более комфортный. Тебе не обязательно было все это микроконтролить, они вполне себе справились. Нахуй! Конечно. Пошел вон от моих ребят! Эй, пойди сюда! Что ж, будет по-твоему? Ты себя норм чувствуешь? Ну, ты по привычке контролил, но такого микроконтроля там не было. Адского. И все было в порядке с этим дерьмом. Бей их! Чему зло-то отваливается, не пойму. Пора умирать! Развлекайтесь, что я тебе. Почему ты еще не мяг? Потому что ты его еще не убил, дружище. Побежали. Никакой музыки. Будет сделано. Никакого мне музлишка. Только укажи. Я укажу. И оп! Стоять. Поглядим, на что похожи ваши сестры. Потому что даже как бы в основной части не надо было столько микроконтролить. А здесь это прям лють. Здесь прям лють. Спасибо, хоть и не дают припарки, которые нормально работают. Конечно. А можно им заколотить двери просто-напросто? Видимо, нельзя. Молись, не вот это мне нравится. Ох, 201 опыт. Вот это неплохо. Давайте еще одного. Надеюсь, здесь не целая семья вывалится. Здесь никто не вывалится. Хорошо. А могло же выскочить всякое. Как скажешь. Что при парочке?
цитатой своих, да, сопартийцев. Молись. Да, именно что. Ты иначе и не скажешь. Только цитатой сопартийцев. Я этим займусь. И все на Огрена валят. Что за дела? И все на Огрена тащатся. Что в этом гноме такого привлекательного, я не пойму. Что в этом гноме такого привлекательного? Остановишься ты! Остановишься! Остановишься! Остановилась. И вот ты на запад. Здесь. Можно тогда его... в мою ловушку. Вы смертные такие удивительные существа. Столько страстных желаний. Ну да, да. Кто бы сомневался. Алчности. А еще ты фразы глотаешь. А, ты вправду надеешься запугать, одолеть? Одолеть меня? Ты вправду меня одолеваешь. Да, не такие уж слабаки вы, на... смертные. По-моему, на ГГ, не на ГГ, но где-то пусть есть смайлик. Пусть тобой займется баронесса, а мне хватит один и того, человечек, что останется. И рядом стоит второй, и факулей мажет по лицу первого человечка. Вот, вот в такие моменты я просто им по лицу мажу, вот так вот, факулей. Женщина оказалась замаскированным демоном голода. Вы убедили демона, что драться с вами не стоит. Вот так вот. Ушел опыт и лут? Ну да пофигу. Прибавка к магии, на случай, если мы вдруг решим, что хорошая идея помагичить. Ой, господи. Чё тебе надо? Вы откуда вообще встали? Я однажды себе так глаза выдавлю. Ну, чтоб вы знали. Мать вашу, fucking course. You'll be fine. Will I? Мы все в этом уверены, в том, что I'll be fine. Мы все на 100% в этом уверены. Пошел нахер. Пора умирать. Стандартные атаки, я так их люблю. Готов раздавать, думать. С природой. Как это то, что надо? С кем прикажешь драться? Да тут что, мало тебе стрел летает, что ли? Непонятно, с кем драться надо. Слишком медленно. Я покажу, почему магов так боятся. Здесь. Меня скоро Андерса можно будет переименовывать в Мерси, потому что вот все, что он делает в боях, все, что ему надо делать, это воскрешать Огрена. Вот это будет своя такая карманная Мерси. Если вы понимаете, о чем я. Сейчас я выйду из этого дерьма, убью еще миллион скелетов, потому что как же еще тут протянуть... А нет, гляньте-ка, не убью. Что за локация? Это нет, это не моды, это пробуждение. Я пришла в на черное болото. Привет, между тем, Jesus. Jesus. Я пришла на болото, меня поймал разговаривающий Генлок, или как-то там так, и перетянул меня в тень. И вот в этой тени я сейчас хожу-брожу, это был
склеп, в который меня пытался заманить. Меня заманил демон голода. И... Но я убедила этого демона, что со мной дел лучше не иметь. И что, пожалуй, лучше, я все-таки сама схожу к баронессе, которая там девушек убивала. Простите, для того, чтобы... хозяйка. Чтобы себя молодить всячески. У нас есть дворф, Мерси, героиня, кто? Прикид-то. Чертов лучник, который бесполезен. Ханза! Пати мечты, да. Пати мечты. Ха, путь закрыт. А что ты говоришь? Видно, придется нам поискать дорогу в обход. Не может быть. Как дела, Джизус? Здесь может быть проход. Вот. Цака! Истинно так. Сака, Эндит! Дайте вы сиск, не катя, господи. А я здесь не знаю, куда тыкать. Или как бы это... Зря. Вот здесь надо что-то потыкать, но я не понимаю, что. Где выход? Задам я вопрос. Может, вернуться обратно сейчас? Ни за кого в этой пати ты вообще играть умеешь. Бригиттой умеют играть все. Чтоб ты понял. Я сегодня пошла, сыграла две игры в Овер. Я была самой мерзкой Мойрой, которую себе можно представить. Самой мерзотной. Чё-то я сейчас не догоняю, ребята, рунный круг. Но рунный круг я не могу никак... Я ничего с ним сделать не могу. Я тоже не... Виаяй говорит, что Бригитты умеют играть все. Значит... Вы обманываете. Зачем вы это делаете? Мне кажется, что что-то вот здесь, но эти рунные камни я... Конечно. Рунические. Нормально, паял немного, совсем обленился, в итоге расширил отверстие в зарядном блоке до неприличных размеров. Эх. Как так? Ну это не критично, нормально там все будет с ним. Мерзотная Мойра лечила пати вместо нанесения дамага. Патечку лечила, дамаг наносила, по 35 килов за игру было у меня. Вот... Умирала один раз только. Вот такая мерзотная Мойра. Оп. Так, остаемся здесь. Конечно. Ну? Будет сделано. Угадал. Фак, это был не проход, это был демон. Просто только ты вылез... Ты только вылез, и тебя уже напихали. А мы можем подождать очереди? Видимо, не можем.
музыка не стоит подстроить. Да я пытаюсь, но проблема в том, что вот здесь сейчас не будет прохода в замок. Я рассчитывала, что это секретный проход в замок, как бы. Извините ли. Давай вот этого парня просто добей его здесь. Сначала. Не-не-не, дружочек. Тихо. Вы чё встали? Я не пойму. Плохо. И встали опять. Какие вы котики? Можно не стоять и не смотреть на них влюбленным взглядом, а что-то делать. Ты умрешь! Совершенные и те бы лучше справились. Снова победил! Я не горела только что, не было этого. Очень хорошо. Вообще ни разу. Нормально все. Персы, за которых 0 минут играл. А за кого ты 0 минут играл? Бригитта Тонг оказалась. Ужасная Мойра. Заставляет всю команду чувствовать себя. Ну, не то, что другую команду. Оказали влияние на реальный мир. Так, ребята, тут такое дело. Выяснилось, что это не вход в замок. Где вход в замок, я все еще в душе не гадаю. Как мне обойти? Я не понимаю. Так, пошлите со мной. Пошлите бегать вместе. Кто знает, где здесь проход? Ребята! Товарищи! В прятки играем или чё? Они сейчас найдут проход. Сами. Скорее всего. Куды бечь? Где? Где вход? Ладно, выход. Где вход? Понятно все. Чёрт с ним, с тем выходом. Курица! Да ладно, идите за мной. В чем дело? Не пойму. Телепорт! Окей, отсюда, если вот сюда. Здесь прохода нет. Чуваки, если вы не знаете, напишите хотя бы, что вы не знаете. Чтобы я вас не мучила вопросами, где выход? Где вход? Потому что я могу это продолжать очень долго. Всякие ханзы и прочие гензы. Генги. Генгу! Как его называют иногда? Где выход? Где? Да ладно, продолжай. Вам нравится, когда я требую узнать, где вход, где выход и где вот это все? Кушать охота. И шоколаду охота. Я так прям периодами этого шоколада прям хочется жрать бесконечное количество. Дружище, открой! Я хочу зайти внутрь, чтобы потом не бегать, не носиться вот здесь вот. Хочу внутрь пройти.
Вот проход, но вот тут проход где-то, но как бы... Вон, видите, вон он. Вот он. Нет, ни хрена не проход. Это ни хрена проход, все. Отмена миссии. Аборт the mission, аборт the babies. Может, Иш подойдет, или я вспомню. А может, можно по воде ходить? Нельзя, ладно. А идея была хорошая, кстати. Прохода через хлеб тоже нигде не было. Ой, ладно, короче, потом буду искать. Ты просто сейчас спать. Как это аргумент? Ну ладно, окей. Так, выход. Натаха! Где там Натаха? Так, все, я вышел. Я выключил не то. Ну да ладно, пофигу. Неважно, never mind the drunken whaler. Я пошла кушать. Вы тыкайте Натаху, потому что 8 часов. Занимаю эфир. Ой, господи. Я пошла в магазин за шоколадом и кушанькой. Вот. До свидания, Сим. До свидания, мой мальчик. Пока-пока, хороших снов. Сим, простите. Вот, я пошла, погуглю потом, где этот вход в этот дом. До свидания, Сим. До свидания, мой мальчик. Вот. И будем продолжать потом уже. Потом. Завтра или уже ночью. Вот, так что я пошёл. Всё. Бай! Капа! И паучок вам машет своими лапками. Пока-пока. Разрешите идти, сэр! Заполнять долг! Иди!